Самое сладкое напоследок. Кроме больших кошек, здесь есть и будущие цари зверей. В Тайгане подрастает новое поколение львов и тигров, а пока что они выглядят вот так. Ну, наверное, конечно, со всего нашего путешествия самый безопасный отдых вот с такими малышами. Они, конечно, еще совсем маленькие, но уже могут и поцарапать. Поэтому надо тоже с ними быть осторожными, но все-таки это намного безопаснее. Да, но зато вы посмотрите, какие они по-настоящему милые. Вот эти вот мордахи. Они такие классные. А мы напоминаем, отдыхайте с пользой. Это была программа «Отдых с перчинкой». Еще увидимся.